уничтожают врагов издалека. Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. А то. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, оружие ты справился давай. С заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Хорошо. Так, что я получил-то? Короткий меч. Синхронизация с памятью получила новое оружие, короткий клинок. Быстрое убийство, можете заниматься пока во дворе. Но пойдемте. Нам все равно во двор. Только не в этот двор. Ну, кстати, тут тоже, если не ошибаюсь, есть то флажок. Вот он. Смотрите, как красиво тут. Вот туда тоже можно спуститься, но мы туда не будем спускаться. Пойдемте по-быстрому. Вот смотрите, в основном бабы, да, здесь? Ой, нет. Что он делает? Счастливчик тут нашелся. В саду живет. Он кого-нибудь убьет. Конечно, я кого-нибудь да убью. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Без проблем. Показываю своих учеников. Так. Удерживайте кнопку 1 и нажмите Q, когда враг начнет атаку, чтобы провести контратаку. Вот так вот. Великолепно. Еще разок. Вот так вот. Работа мастера. И последний разок. Да. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Да, вот так я и должен сражаться. Все, сваливаем. С этого. Выход. Да. Понимаю, у тебя много дел. Такие замахи открывают вас для врага и ведут к гибели. Чтобы вытащить... Теперь берем лошадку. Похоже, он куда-то очень спешит. Конечно. Пути проложим, потом будем быстрое перемещение использовать между городами. Но сначала, перед тем, как их использовать, надо их открыть. Куда он так спешит? А почему всем интересно, куда я спешу, что... А, хотя, правильно, а что им еще делать-то? Чего это он рванул? Посмотрите на них внимательно, а что им делать в этом средневековье? Похоже, он куда-то ни интернета, ни новостей, ни газеты, ничего там. Только из уста в уста что-нибудь. Один пернул, другой рассказывал об этом неделю своим внукам. Что им еще делать-то здесь? Может, за ним конь? Где моя лошадка? Ой, да конь мой вороной. Ой, да обрез. Да. Но обреза нету у меня тут. Метательные ножи будут. Но потом. Сейчас у меня только меч. Большой, короткий. И все. Только тот, который в штанах. Валим, валим, валим. Да, у меня там меч. Когда спускаю штаны, могу участвовать в забеге трехногих. А сейчас мы пока скакаем, 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 скакаем. Скакали. Выбрав в бою спрятанный клинок, вы сможете быстро. Так, мне либо туда, либо туда, куда-то ехать надо. Ну вот сюда, в Иерусалим поедем. Да! Да!
Больше так не делай! А вот не стой на дороге. 1500. Ну, вот так вот и надо скакать. Так, а куда мы? Ой. Налево. Ты умрёшь здесь и сейчас. Воу-воу. Скачи давай. Он налево, налево. Но ты лошадь тупая. Так. Чудунуцу дорточен, кере дунуцу. Умри, неверный! Не дайте ему уйти! Да не дадут они мне уйти, не дадут, не расстраивайтесь так. Я поднимусь наверх. Вот сюда, если вы не против. Чтобы открыть одно орлиное это. Как правило, местность. Собираем. Поскакали. Так, я вообще думаю, поди вот все вот эти переходы из города в город поди перематывать. Потому что это, наверное, будет долго и затруднительно. Вот он, там, вот это. Да. Ага. Я еще не настолько опытен. Давай, бей его, бей, еще бей, вот так. Этих тварей по всей карте разбросано очень много, так что вам хватит еще с ними сражаться. Вперед. Только вперед разум зовет. Есть путь на запад и три на восток. Что за... Shift убирал. Точно. Залипание клавиши. Оп. Так, смотрим, что у нас по карте. А куда мы едем-то? Иерусалим, Акра. Так, мы из Басиаха выехали, я так понимаю. В Дамаск нам не надо, нам надо сюда. Посюда же можно проехать. Да, подождите. Уберите его! Не потеряйте его! Ага. Нету тут. Вы бегаете вокруг. Вокруг да около. Ну что ж, было принято решение перемотать. Хотя нет, подождите, какой мотать-то? Мотать. Это в городе будем перематывать, когда будем освобождать людей. А сейчас пока не надо. Вниз есть ли дорога? Вот здесь вот есть. Дорога вниз. Вниз. Да. Сено, не кушай. Не кушай.
естественно, бросятся. Ой, дикий народ, дикие нравы. Что-то у них случилось. Так. Позади меня можно заехать. Где-то вот здесь я заехать, да? Вот она. Ой, а там блокпост стоит. Пропустят? Пропустили, ладно. Немножечко сюда. Вот сюда, на вершину надо. Как мило с их стороны лестницу поставить. Да спустись ты полезли. Ой, мне бы твои прыть, чтоб так же лазить энергично, чем там в средневековье делали. Подожди. Оп. Вот. Падла. Сойдет. Ничего страшного. Цель-то достигнута, самое главное, правильно? Да. Ой. Ой. Все. Теперь не пикают. Как бомба замедленного действия. Ну-ка, уйдите. Не пешком же мне передвигаться. Что вы за люди? Что за люди? Кошмар. Лошадь хотят отобрать. А ведь это не их лошадка-то даже. Им она не принадлежит. Не потирайте его! Умри! Умри! Какой умри-то? Не что, вах, дорогой. Присядь! Давай поговорим. Беги, беги. Ну? Поднимайся. Давай, толстожопу. Быстрее. Вон, они уже кидаются всякими предметами. Давай. Но они не успеют, лишь бы не успели. Красиво. Наша саванна. С высоты птичьего полета. Хоп. На лошадку. Опаньки. Бурда! А почему неверно? Я очень даже верно. Так, мне направо куда-то надо повернуть. Да. Скакай давай. Тебе не уйти. Как не уйти? А что я сейчас сделал? Ушел. Вы говорите не уйти, а я взял и ушел. Так, мне куда? Налево. Скакаем налево. Да.
Ё-моё. Я! They're good. They're good. Ну, скакай. Ну и все, вот она арка. Как я всех выхуделал. Ха-ха-ха-ха. Моя лошадка победила всех. Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте вид действия. Вид действия. Так, бесконечно. Морская гладь. Меня чуть не убил. Как одиночество мое. Здесь от тебя мне не убежать. И не забыться сладким сном. Так, слазим. А теперь... Пожалуйста, хватит! На! Мне больно! Не подходи! На! Верный! Сейчас ты умрешь! Тихо! Я догоню тебя! На! И еще раз! Давай! Руби его! Вот такой я молодец. Это был последний? Надеюсь. Но лучше не рисковать. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. Я знаю. И будьте уверены, я этого никогда не забуду. Конечно, должен будешь. Все. Давайте, пойдемте в город, господа. Ну, тут можете полазить, может где-то тут флажки спрятаны, вон там он. Так что все в ваших руках. Извините, мы хорошие монахи, пропустите нас. Так, ну пока я здесь, я открою вышки. Думаю, вам это будет неинтересно, поэтому будет перематывать эти моменты. Итак, мы делаем сейчас первое задание от нашего информатора. Неужели это сам Альтаир? Какая честь для меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Конечно. Может, я смогу помочь? Сможешь. Из многочисленных сплетен мне известно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Ты отыщешь их? Мне нужно быть на месте, когда наставник вернется с базара. Так что ты должен быть быстр, как ветер. О, постараюсь, давай. У меня много разных товаров, даже слишком... О чем он только думает? Так. Куда он так спешит? Стой. В другом месте. Ну понял, ты почему не допрыгнул-то? Я ни в чем не виноват. Ты должен допрыгнуть. Что-то ты у меня нарушен где-то. Я так не успею, падла. Так. Нет, я не успею. Надо будет. Он точно разобьется. Заново. Этот флаг, какой флаг? Да это не тот флаг. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти за? Защититесь от них. Твою ж мать. Он что, совсем идиот? Совсем, не совсем, какая вам разница? Осталось-то так-то немножко. Осталось немножко, но я все равно не успеваю даже с этим немножко. На помощь! Помогите кто-нибудь! Куда? Куда бежать? Где флаг?
Не трогай меня, сюда, пожалуйста. Нельзя. Мы подлинные дети Аллаха. Что тебе нужно, друг? Абсолютно все. Нравится? Не вижу. Где флаг? Пожалуйста, хватит. Так, мне где-то... Вон он. Стоять. Нашел. Да выходи ты оттуда. Вот он, флаг. Вот он, флаг. Хрен допрыгнешь. Что он делает? На помощь! Помогите, кто-нибудь! Да сейчас я помогу, помогу, подожди. Не. Не. Блин, тут я уже не зарезал этого гражданина. Ну. Тебе конец! Тебе ну, я что-то понять не могу, ты почему их не любишь-то? Подруби, ложь. Ножки, картошки. Это был последний? Надеюсь. Вот так вот сделал. Лучше задание. Не рисковать. Не то, конечно. Я поспешу домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. Я и знаю. Будьте уверены, я этого никогда не забуду. Блин, как мне быть-то? Чё он? Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Калич. Так, давайте еще раз попробуем флаги собрать. Кажется, за ним кто-то гонится. Зачем он это делает? Так. Собрал. Вот что ты не вцепился-то? Почему? Что тебе помешало? Ты, по идее-то, должен... Куда ты полез? Ты, по идее, должен гоп и перепрыгнуть вот сюда. И вот здесь вот. А вот у тебя что, падла. Ладно. Знаю, что мы сделаем. Мы прекратим задание. Ну что ж. Давайте-ка перезапущу все это дело.